Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, людей, которые стоят на страже закона и порядка, защищают права наших граждан и стабильность в обществе. Невзирая на опасность и риск, приходят на помощь в самых сложных, нередко чрезвычайных ситуациях. Мы гордимся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью, произволом. И своей решительностью, мужеством, компетентностью укрепляли авторитет органов внутренних дел. Закладывали их легендарные традиции. В этот праздник мы всегда с особой теплотой вспоминаем многие поколения солдат правопорядка. Благодарим ветеранов за добросовестную, честную службу в мирное и военное время, за то, что воспитали достойную смену. Уважаемые товарищи, сегодня с появлением новых угроз национальной безопасности в динамично меняющемся мире серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Это означает, что каждый сотрудник должен усилить работу на веренном участке, максимально полно использовать имеющийся оперативный, процессуальный, технический потенциал для четкого и своевременного решения поставленных задач. Подчеркну, приоритеты вашей деятельности были и остаются неизменными. Это прежде всего защита прав и законных интересов наших граждан. Это надежное обеспечение общественной безопасности и беспощадная борьба с преступностью. Особенно важна ваша эффективная работа в новых субъектах Федерации, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Помощь сотрудников МВД людям, участие в решении их юридических, социальных и иных проблем здесь бывают просто незаменимыми. Наши граждане видят в вас свою защиту и опору. И ваш долг – сделать все необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости. Тем самым внести значимый, весомый вклад в налаживание нормальной жизни на освобожденных землях. Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям. Пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления. Хочу подчеркнуть, государство, общество высоко ценят вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел. Повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей. Хочу сегодня поблагодарить руководство и личный состав Министерства внутренних дел, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, за мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении специальной военной операции. Уверен, что вы и впредь будете профессионально и ответственно решать все поставленные задачи. Честно и преданно служить Отечеству, укреплять авторитет службы. Еще раз поздравляю ветеранов и всех сотрудников органов внутренних дел с праздником. Желаю вам и вашим близким здоровья и успехов.